Всем привет! Когда мы засыпали этот шат, мы забыли за одну очень важную вещь. Это туалет. Вот мы выкопали. Дядя Лёша уже... Здесь проходила канализация у него как раз. Он уже вот соединил здесь. Туалет решили делать вот здесь в углу. Накупили соединения всякие. В три раза все подорожало. Like, в три раза. Ну, сейчас будем все склеивать. И надо будет потом засыпать. Такие вот дела. Давай, давай. Окей, так. Это что будет? Ну, не ставить. Надо как-то... Да, я что-то сделал. Короче, 20 с половиной отсюда, а отсюда тоже 20 с половиной, да? Ставить. Чтоб с раковиной. А это здесь где-то надо ставить. Воу! Почти. Жестко, жестко. Я лучше назад отъехал. Ключ в секретном месте. Никому не говори. Походу назад встала, когда ты газанул. Хоть солнышко вышло чуть-чуть. Пойдет! Да, так делать не надо. Не знал, что твой трак побили. А почему нет? Вообще, под него как мой, так же.
Решил подстраховаться, чтобы большие камни трубу не раздавили. Поработать лопаткой немного. Сделаю вот так. А, ты хочешь ее чуть опустить? Вот так, и потом здесь. Потом ровно, потом 90. Здесь поднять просто вверх. Да. А, ну окей. Че, ты готов? Нормально. Я, короче, клею. Клей, да. Что ли? Ну, может, все. Чтобы... Так, прямо? Угу. Или приподнимать? А, да делай прямо. А еще? Там малюсенький градус уплывал весь, если что сделаем. Пламеры так не мажут. Пламеры экономят, а мы не экономим. Экономия должна быть экономной. Как у нас. Чуть-чуть приподнял. Ветер неумолим. Упс. Наверное, надо было в перчатку. Ну, замри тогда. Стой. Все уже. Я уже вроде бы. Сейчас еще.
Я же хотел использовать старые, они все испорчены. Это не быстро, это такой медиум. Ничего не написано. Вот примерно. Где-то здесь. Нам главное в стену вывести, а там уже. А зачем нам стену? Может с полу? Или можем правда в стену? Тогда еще найди надо. А у меня есть еще один найди. Это приклеено маленько? Да. Все? Да. Какая из них? Ага. Вот так, да? Наверное. Дождь пошел. Все, можно выкинуть это. А сколько надо? А, просто а? Вот и твоя рука. Только схватывается. Нет, такой не быстрый. Тут форе. Что, дешевле там? В этом 14 баксов в Хомдипо. Здесь 9. А, да? Одна штука. В общем, вот это канализация для унитаза. А сюда труба для рака. Идеально. Сколько там должно быть? Я сделал там больше контрасков. Thank you.
классного утита, людской батита здесь как раз. В общем, здесь у нас одна воротина была поначалу. Мы подумали, что это не сильно удобно. Если заехал, то уже ничего не заедет. И решили сделать две воротины. Так, раз. Одну 16-фитовую и вот так 10-фитовую. То есть нам надо вот здесь отрезать и выкинуть. И здесь отрезать и выкинуть. Такие дела. Сторон делаем пропил, потом толкнем, наверное, бобиком. Посмотрим, арматуру только надо будет подрезать чем-нибудь. Говорит. Арматуру надо отрезать. Алёша, мы с тобой. Серёжа, мы своих не бросаем. Надпись прорубили. Короче, Леха, не серьезно, езжай за пилон. Я говорю, давай сейчас ланчтайм похабаем. Съездим за пилон, за мной бетончик возьмем, сколько там надо. Сказал, что нельзя топором рубить бетон. Ведь
Мороз не на шутку сегодня. Нелетная погода. Окей. Эти плиты решили закопать. Вывозить их вообще не вариант. Столько будет стоить денег, дешевле закопать. Вот так. Все, закопали мусор, все здоровые камни. Короче, здесь сделали большой проем для двух ворот, а то одна не очень. Это натяжечка. Ой. Сегодня ветер вообще могучий. Пытается меня сбить. Воу. Вот такой, короче, сегодня денек рабочий вышел. Можно сказать, налегке. Не планировалась эта работа. Да, Мишань? Вообще мы хотели лес ловить сегодня. Но сегодня сильно ветер дует. И опасно деревья пилить. Ну, сделали вот это, тоже надо. Так что всем пока. Подписывайтесь, смотрите видосики. До встречи. Вот это да. Сегодня, наверное, попадают деревья там у нас.